piemēram, Ādiņa rokšanas pie stādžiem, šī bieflēradīšas, ko jau man brazāšu sūpinā. Да, человек, да, класс. Tu nu te găsești la telefonul meu, este. Родной дом, не только родительский, здесь жили бабушка, прабабушка моя, здесь мои корни. Вот, вот это был родительский дом, а там жила бабушка моя, старенькая. И возле этой дерева она, печка была, она все время готовила. И я даже вот росла вместе с этим деревом. Вот мне много лет, и этому дереву много лет. Ну, у меня муж и дочка, единственная дочка. Они очень помогают мне сейчас. Я не знаю, без их помощи, если я бы справилась. Дочка, как бы скажем, на передовой. Она вот вся административная работа взяла в свои руки. Она помогает. У нее двое маленьких детей. Да, наверное, вы успели познакомиться с Сергеем. Поздоровайтесь. Вон тут у нас красиво. Могу вас угостить яблоком. Хотите яблоко? Или нет? Ладно, еще комнату покажу. Только там еще надо разбуться. Там и так уже мама убрала. Там уже вход закрыт. В чугунке самая вкусная малыга получается. Без меня ничего не готовится, потому что я должна все проверить, и чтобы, ну, на мой вкус, чтобы все было вкусно и все было хорошо. Они тоже переживают без меня работать. Вот если меня нету часа, потому что мне иногда надо, вот даже сейчас мне надо было ехать в город, там разные проблемы у меня решать, то они каждый звонят. Вот мы заму готовили, но надо проверить. Вот это делали, надо проверить. Индукционные, быстро. Вот эти наши. Да, если у меня сейчас амбацал, ты что, сармаешь, ты плащи не нажимай. Сережка шатарцует, я фара. Да. Я даю интервью в моей партии. Собрите нитку. Человек спас. Да.
Есть люди, которые вот неверующие, да? А я очень верила, что душа моих родителей, бабушки, дедушки, где-то там на небе, они смотрят, что все рушится, никого нету здесь, и им это, ну, чувствую себя плохо. И я решила все-таки вернуться сюда,